штучка дешевая, но очень полезная. Приветствую всех на моем канале, ребят. Пришла ко мне очередная посылочка. Давайте не будем тянуть время и перейдем к ее распаковке. Это приехал ко мне вот такой вот переходничок. С одной стороны у нас два USB порта. Сейчас покажу вам. Вот так это все выглядит. Здесь у нас два USB, а здесь у нас SATA. Теперь расскажу, что это и для чего это. Была ли у вас когда-нибудь ситуация, когда вам нужно было скинуть какую-то информацию с вот такого вот старого жесткого диска на, скажем, ноутбук или какой-нибудь компьютер, но не хотелось его разбирать и подключать все это дело внутри. Для этого китайцы придумали вот такой вот интересный гаджет. Берем, подключаем его. Так, сейчас разберемся, как еще вот так вот. Подключаем к жесткому диску. И все, наш жесткий диск превратился в обычную USB флешку. Здесь у нас два USB. Первый — это основной USB, по нему передается вся информация. А второй — это дополнительное питание. То есть его можете рядом во второй USB воткнуть, в компьютер или же в ноутбук. Либо если у вас не хватает USB портов, то чтобы у вас было дополнительное питание, вы можете этот разъем подключить в обычную USB зарядку, любой USB блок питания, куда угодно. Подключили, и все отлично. Вот такой вот интересный гаджет. Жаль, что когда она была необходима, то у меня ее не было. Но сейчас я себе ее приобрел. И, в общем-то, не жалею. Стоит она $2.36. То есть там чуть больше, чем 150 рублей. Штучка дешевая, но очень полезная. Особенно, если у вас имеется вот такой вот старичок, жесткий диск. Вот такой вот обзор, ребятки, получился. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочку на товар оставлю в описании под видео. Ну а я всем желаю побольше позитива. Пока-пока.